Я прошла за свинцом. Мне нужен свинец. Здесь были большие грузила. Буду искать обычные свинцовые. А, вон они. Вот они. Они-то мне и нужны. Посмотрим, какая цена. 119. О-о-о. Так. 400 грамм стоит 99. Вот такие вот. Потом есть вот такие. Но мне не для рыбалки, поэтому... А вот эти вот прорезиненные. В общем, была я вот в этом магазине. Кому интересно, кто здесь живет. Кому надо, здесь очень большой ассортимент. Все, что хотите. И цены пониже, чем везде. Так, это у нас... Брасюндет отель. Вот он, видите, имеет свой ресторан на воде. И здесь такой старый кораблик. Посмотрим, что происходит. Сегодня три корабля у нас. Три. Я, правда, не была в центре, не видела. Один будет уезжать как раз в то время, когда костер будет. Ну, разожгут час, как будет гореть. В 10. В 10 он будет отплывать. Там сегодня будет куча-куча лодок. Так что я даже не знаю, как это все будет выглядеть. Большая махина будет между этих лодок разворачиваться. Вот. Здесь что-то у нас каяки сегодня много. Наши желтые местные, красные, это какие-то видно. Приблудшие. Там вон, смотрите, какая-то группа туристов. Ой, хорошо так плавают. Красота. Я бы тоже хотела. Пойду сейчас в Азиатский, куплю кое-каких овощей, потом... Значит, вот помните, я показывала видео, выставляла там, где дом вечером горел, окна горели красным светом. Я еще сказала, что это может быть публичный дом, я не знаю. Но нет, похоже, что это совсем не то. Сегодня я видела какой-то анонс, и там якобы это... Блин, это вот парковка, и вот это вот... дом, и рядом с домом с другой стороны принадлежит вот этому дому. Это какое-то культурное что-то. Не знаю. В общем, они сегодня организовывают показы фильмов в 4 часа и в 7. Бесплатно. На улице, короче, там, где парковка, они все машины, наверное, скидают. Но там мало обычно. И написано, приходите со своими шезлонгами, стульями, там, пледами, едой. Там, что хотите. Вот. Кино смотреть. Сначала, значит, они в 4 покажут какой-то фильм. Ну, там название было, я сейчас не помню. Потом в 7 будет какой-то фильм, а в 9 у нас костер поджигают. То есть это вот, если на машине ехать, вон автобус поехал, повернул, а надо прямо туда ехать. Вон машины там едут. Вот, по той дороге прямо и до конца на полуостров, как раз вот за кораблем там, с другой стороны. Там этот костер. Вот. И, короче, там в 7 начинается. В 6 или в 7 там можно прийти грилить.
Вот. И в 9 они, по-моему, поджигают. Ну и к часу он потухнет уже, как обычно. Ну, не знаю, сейчас вот дожди были, может, он промок. Вот. Насколько он быстро будет гореть. То есть вот там, где будет фильм, ну, сейчас там пойду, я вам покажу. Сначала два фильма они покажут, а потом в 9 они включат прямую трансляцию как раз вот с этого костра. Желающие, кто не хочет идти туда, то мог, в общем, здесь смотреть. Потом Бипатреон, Патриот, да, Патреон, Патриот, господи, не знаю, что это, короче, Патриот, наверное. Это на Фейсбуке есть такая страница. Они тоже обычно ведут прямую трансляцию. Я думаю, будет. Да, она будет, я видела, мне кажется. Вот, это каждый год можно смотреть онлайн. Потому что не все хотят идти туда. Потому что, ну, знаете, там далеко идти. Нет, как автобус ходит нормально до конца практически. Но вот именно сегодня, в это время, дорога будет перекрыта. Во-первых, многие приедут, допустим, издалека, они там будут ставить машины, парковаться, и будет очень сложно продвигаться там по дороге. То есть и ближние будут... Ой, какой корабль, Рекина! Смотрите, какая прелесть! И ближние, короче, встанут, близко пойдут, да, а последние будут очень далеко идти, там, ну, может, пару километров точно будут идти. Вот. И потом уезжать, понимаете, да, эти последние, кто первый приехал, как им последним, надо будет долго ждать, пока все развернутся, уедут. Поэтому многие, кто вот местные здесь недалеко живут, предпочитают просто добираться автобусом до конечной остановки, где автобус, я не знаю, там останавливается, когда перекрывают дороги. Наверное, на Скарбовик-Скуля. Я думаю, что там. И оттуда они уже идут пешком. Вот, в общем, сейчас я пойду. И потом покажу, что там с этим фильмом. Пройдусь. Мне некогда, мне домой надо будет идти. Сегодня мне написал мужик один, приглашал меня. Приглашал меня на гулянье, так сказать. То есть на этот костер сходить, в кафе посидеть. Ну нет, я, блин, что-то... Что-то я нет. Вот. Потом вернусь домой. И уже сниму с балкона, как это выглядит костер из моего дома. Так, все. Всем пока-пока. На этом пока все.